Меня зовут Леонид, и у меня высшее образование, я по специальности инженер-электрик. Тренингом занимаюсь где-то, узнал о тренинге в 2019-2020 году, начал интересоваться сам понемногу, потом начал интересоваться про образование. И в интернете узнал о компании Double Case и обучение. Нашел их, эту компанию, и хочу трудоустроиться на работу в эту компанию. Ну, трейдинг – это самая хорошая профессия. Почему? Ну, как каждый выбирает для себя большие возможности. А если серьезно, то трейдинг – это как бы и шахматы, и головоломки, и возможности – все в одном, как бы получается. В интернете очень много информации, но лучше всего практические занятия, что были. В Кишиневе у нас очень мало, у нас получается только два источника. Double Case, и есть еще сайт Trading MD, который вот именно занятия проходит. Я выбрал, остановился на Double Case. Я хочу устроиться на работу сюда, вот из-за этого. И я смотрю, тут много занятий, 4 теории, 15 практических. На вот этот, за этот месяц, пока я обучаюсь, я очень многое узнал, практически больше, чем я за два года, то, что я здесь обучался, вот за месяц узнал. Потому что здесь очень много на уроках дается занятий, они совсем меняют твое мировоззрение о тренинге. Я уже как не новичок в тренинге, уже был знаком более-менее, а здесь еще больше информацию получил. Методология достаточно хорошая. Теоретическое образование и практика, наряду с этим происходит также торговля, непосредственная торговля. Тренинг – это практика, практика, еще раз практика. И свои эмоциональные характеристики узнаешь очень хорошо. Человеку трудно сделать первый шаг. Главное – сделать первый шаг, а дальше уже пойдет само. Ну, допустим, мама с папой, они знают это, но они не совсем понимают. Люди, которые помладше, у меня есть троюродный брат, он тоже занимается тренингом, он торгует. В принципе, знают они об этом. Основные плюсы – это практика. Основные плюсы. Очень хорошие уроки. Вот именно практические уроки, они основное для тренинга.